вопросы по бюджету. Мы бы хотели бы тогда узнать, почему у нас дефицит сохраняется, если не увеличивается на фоне взрывного туристического сезона, хотя ближайшие к нам курортные зоны юга России и Тхуаси, Тахзына, дефицит не закончился. Вы подождите, пожалуйста, минуточку. В прошлом году сколько было копий сломано по энергетике, уже смеются над нами. Президент объявил ситуацию с энергетикой чрезвычайной, критической, ЧС чуть ли не объявил. Энергетики давали пресс-конференцию, все, руки подняли, расписались в беспомощности. Мы направляли программы, программный продукт направляли, по которому надо было отпускать средства. Сколько прошло? Месяц больше даже, наверное. Вот, ни ответа, ни привета, извините за выражение. Вы в прошлом году мы представили 100 миллионов... Вова, подождите, пожалуйста, я задам вопрос. Еще не использованные, а только запланированные 100 миллионов на этот год. Минэк не просил уже вас дать эти деньги на текущие расходы? Просил. Слушайте, мы вам помогаем, вы еще нас упрекаете, я призываю наших коллег с чувством взаимной благодарности с Кабмином просто взять вот эти таблицу, вообще не по отдельности, а целиком проголосовать. И это будет очень правильным, потому что вопросы к прокуратуре, этому человеку вообще претензий не имею, но не пришел тот, кто должен, видимо, был прийти. По вопросу по 100 миллионам, это переписка бестолковая, по которой мы ходили в прокуратуру нас вызывать. Давайте тогда туда углубляться. Не надо здесь заниматься взаимными упреками, иначе вообще сегодняшнее заседание, если честно уже говорить, надо вотумом вам закончить, если на то пошло. Вотумом правительству. Но это слово страшное, мы не произносим вслух, в надежде, что вы нас поймете и услышите. Сидим, как цыгане на рынке, торгуемся. О каких суммах вообще речь идет? 108, сколько, поправь меня, 130 миллионов, слушайте. 125 миллионов. Здесь речь должна идти о миллиардах вообще-то, в стране, в которой нет учета ни туристов, ни учета налогов, ни учета вообще первичного документа оборота. 130 миллионов, здесь косточку бросили депутатам обсуждать, слушайте. Это здесь сплошные уголовные дела, мой уважаемый Владимир Валерьевич. 130 миллионов рублей – это новый расход. Я сказал то, что я сказал, вы можете... Давайте же не надеемся.